Всем привет, я Донис, мы продолжаем проходить Эндерал. У себя в инвентаре я нашел очень интересный свиток телепортации. Лагерь Хладовей. Надо посмотреть, куда он ведет. Ни разу им не пользовался. Yes. Чё-то не припомню такого места. Хладовейное хранилище? Мертвый олень? Олениха. Ага, это мы на самом севере, получается, находимся. Сюда мы никогда не ходили. Хладовейное хранилище. How about that? Another traveler. I thought I was the only one still traveling these lands. В смысле, а тут еще люди есть? Ладно. Walk blessed. Ты наверняка много путешествуешь. Ты чему-нибудь научилась, что может быть полезным искателю приключений? That's a good question. Let me think. I'm not sure if this helps, but an innkeeper told me lately that because of the Red Madness, very few prospectors are bold enough to go to the Shadow Steel mines in the Powder Desert anymore. If you have the smithing skills and want to find some precious ore, понятно. You should check one of the mines there. Так, еще раз спросим. An adventurer, huh? I suppose that depends on how daring you are. I've got no intention to become fodder for the wolves, so I haven't checked yet. But you might be trained. Про колодец. Huh. Сказал, мы уже нашли все колодцы. It depends on what you need. Особо ничего интересного. Пролич. May his light guide you. Тут два еще торговца есть, у всех совершенно все одинаково. Три путешественника, у всех все абсолютно одинаково. Одинаковые разговоры, одинаковые вещи. Так, надо попробовать прогуляться. Так, это обратно. Нам надо в ту сторону. Так, призовем Арбаю. А, морозные элементали. И уже убежал. Все элементали такие. Куды? Так, еще какая-то палатка. Книга поэзии. Пустыня, 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 засохли деревья, здесь давние кости и камни мертвы. Вся жизнь испарилась из этого места, блуждала одна лишь больная душа. И тяжкое бремя, спины не жалея, нести приходилось, она уж мертва. Нормально. Тут столько литературы в этой игре, с ума сойти. Замерзшее озеро. Но. Пурга прикольно тут, конечно, выглядит на этом движке. Зачем-то они в пустыню добавили эту же пургу. Ледяной! Ничего себе, сколько у нее жизней! Крутой мишка. И мишка туда же. Так, кто-то спрятался. Ой,
красный корень вина. Но все равно собираю их. Задание-то давно пройдено. Они реально прячутся, уже не первый раз замечают. Он встал за этим кустом, его ж не видно сразу было. Жалко Мишку. Так, волчье. О! Кто это такой? Кто это такой? Черный рыцарь какой-то. Так, где Арбая? Его убили, что ли? Магическая конструкция. Вау! Мороз самого? Попробуем сейчас поэкспериментировать. Огненный шар. Даже сильнее наносит урон. Так, где там пылающие искры? Хорошо жарит. Арбай тоже не промах. И чё это? А, пепел остался. И все, и пустой пепел. Интересная магическая конструкция. Так, вниз пойдем или туда? Даже не знаю. Может сюда сходить? Там дорожка короче. Сходим сначала вот сюда. Наверх. А фаербол, по-моему, с первого раза убивал. И целиться там не надо. Адепт. Кстати, не обязательно вот прямо накапливать энергию, так сразу работает. Только нажал, сразу отпустил. Опять Арбай пропал? Неужели опять убили? Странно. Вообще изи. Очередное распятие. Причем распяли с таким видом красивым. Пусть хоть полюбуются перед смертью. А, это наш лагерь как раз, да? А, интересно. Прикольно. Так, опять Мишка. А Мороз его слабо убивает. Ну, понятно, к холоду привыкший. Кстати, он очень неплохо мне жизни вынес. Я заметил фишку. Если я использую вот это заклинание, и у меня жизни не все, увеличение жизней, то иногда умираю. Это после обновления стало. Вот такая хрень.
Что надо осторожно с этим заклинанием. Кстати, в конце предыдущей серии, когда я с луком умер, я именно из-за этого умер. То есть я пересматривал, никто там меня в этот момент не атаковал. И именно из-за заклинания умер. Так, войти можно? Ладно. Ух ты! Там что-то интересное по-любому. Вау, какой туман. Надо швырнуть фаербол на всякий случай. Никто не сагрился. По-моему, морозный элементаль. Вроде человек там. Не буду издали атаковать, вдруг. Хороший. Еще один. Арбая, иди проверь. Не. Старый иньяд. Так, морозом их. Блин, арбаю немножко продамажил. А вот на такой дистанции морозное оружие плохо. Чё там такое? Блин, маны не хватает. Надо повыше забраться. Ах ты, прошло мимо. Ну. Эй, зараза. Ах ты! Хорош. Все? Не, он там еще стоит. Эх ты. Это было красиво. Так, это не римские солдаты там написано было, да? Ха. А чё они на таком севере делают? Я думал, они на юге высадились. Это интересно. И странно. Возможно, это локация для миссии. И, но с другой стороны, если она для миссии, то будет закрыта. Старый иньяд. Пойдем внутрь. Арбай, как всегда. Вон. Масштабно. А, я не могу. Я не могу дальше вправо двигаться. То же самое и влево.
Кто-то там стоит. Здравствуйте. Здесь вот мороз. Идеально просто. Хорош. Уровень прекрасно. 5 очков воспоминаний, боже мой. Я чувствую, все вообще прокачаем. Так, факел. Подкову на счастье возьмем. Ух ты, элементаль. Сразу двумя стихиями. О! Помню такого чувака. В него можно душу свою засунуть. Хотя зачем? Безупречный бриллиант. Красота. Паучки. Так уже переход. Старый иньяд. Еще рано. Так неохота менять оружие. Добей его. Ах ты, зараза. Так, ну все, мы тут обсмотрели, пойдем дальше. Так, мясо фазана еще действует вообще? Жизни. Вот сейчас попробуем. Восстановление жизней. Пожалуйста. То есть, если жизни немного, то увеличение жизни убивает. Так, а что за дела? Почему не восстанавливается? Конкретно.
да вылечится от болезней. Все равно, ладно. А, может, очень медленно просто мы лечимся. Ух ты. Но он не страшный. Очень медлительный. Ой, все. Еще один. Еще жив? А, наверное, когда еще действует увеличение жизней, и тогда я лечусь, в этом случае умираю, потому что на мгновение жизни уменьшаются, потом увеличиваются, когда они уменьшаются, их становится видно меньше нуля. Понятно. О, вот этих вот я не люблю. А сейчас что случилось? Сейчас просто закончилось увеличение жизней. По ходу дела, когда заканчивается увеличение жизней, а у нас не полные жизни, мы умираем. Это новое обновление, исправил какие-то ошибки, наверное. Ладно, придется еще раз сразиться. Вообще, если честно, вот новое обновление, вот это, столько минусов всяких внесло, и карта это странная теперь, какие-то вылеты стали, которых не было. Смерти непонятные. Ну, есть такое правило у всех компьютерщиков, работает не трогай. Как с Windows. Windows 7 работает, не трогай, не ставь другой Windows. Также с телефонами, кстати, у меня сколько раз была такая история. Идеально работает телефон, а выходит обновление, все, начинаются проблемы. Так, ладно. Арбай, надо призвать. Так, это выход уже какой-то получается. Ой-ой-ой-ой-ой.
Ой-ой-ой, еще один. Так, этот проход. Старый Иниад. По-моему, все называется. Ага. Сейчас попробуем туда пройти. Давненько грибы не находил. Понятно, это другой выход. Все. Ох, подъем какой-то. Морозный... А, это выход. Наружу. Понятно. Так, письмецо. Исписанная бумага. Доклад Морндас 23-го. Третьего урожая 8234 года. Командующий Сордан. Ситуация критическая. Нам удалось обезвредить машины звездников или кого-то еще на верхних уровнях. Однако, чем глубже мы спускаемся в глубины, тем больше их становится. На сегодняшний день мы потеряли полдюжины хороших солдат. Помимо этого, на каждом новом уровне воздух становится все более душным и давящим. Так как руины окружены горами, у нас нет соответствующего одеяния и оборудования, чтобы работать в таких условиях. Два дня назад на летописца Элдрина напал рой москитов, который обычно обитает только в Остиане. С тех пор он страдает от высокой температуры. Завтра я отправлюсь исследовать внутренний комплекс с небольшим рейдерским отрядом. На данный момент мы удерживаем нашу позицию и ждем дальнейших указаний. Без оснащения и надлежащего оборудования мы не сможем транспортировать машины. Руководитель экспедиции Молрен. Ага, им машины нужны. Получается. Возьмем с собой. Окей. Старый Ниад. Ледниковый проход. Так. Кто-то подкатывает. Блин, опять... Так, выпить. Там, по-моему, много было красных точек, не? Ладно.
Кстати, один только свиток мастера, все. Надо прикупить. И все, 120 монет. Так, попробуем. Цепная молния, ранг 6. Или сколько у нас там урон? 110. Там цепная молния. Попробовать стоит. Стена молнии, кстати. А, ну понятно. А, и потом все это урон наносит. Но небольшой урон. И всех, кто рядом. Понятно. По идее, по ним электричество вообще должно наносить очень сильный урон. Ну, как-то так. Не супер. Проход, кстати, я пропустил каким-то образом. Прямо и налево. Точно. Ага, это какое-то по-любому уже значимое помещение. А это, наверное, этот из письма Молрен. Руководитель. Может, даже побеседовать можно будет? Так, ну, на всякий случай Арбая призвать. А, и жизни. Теперь боюсь уже жизни эти увеличивать. Вроде не атакует. Или что там? Арба, иди проверь. Все понятно. И что, не умрет? Еще один Арбая. Точно, Молрен, руководитель экспедиции. Ничего себе у нее жизни сколько. Так, его морозом гуляем. Секунду, это не мой Арбая. А морозец-то хорошо его жарит. Смотри, живучая-то какая. Надо его обыскать по-любому. Так, Молрен, Молрен. Че, растворился, что ли? Во. Килейская фальката. Ха. Хороший лут. Сундук. Сундук Мерлина. Камень душ Коппа. Секундочку, это тот самый камень, который нам надо для Капофона. О, это очень удачная находка. Обалдеть. Неужели я нашел?
Ладно. Так, что тут еще есть? Блин, как же их разметало. Блин, ну все, сейчас будем делать капрофон. Так, наверное, тут больше ничего интересного и нет. Докуда долетит? Чтоб внимание привлечь. Так, ну что, будем творить? Наковальня есть. Вот. Капофон. Золотой слиток. Металлические слитки древнего народа. Все должно быть. Так, золотой слиток. Ага, я думал, он вверху будет. Возьмем два штуки на всякий случай. Так, слиток древнего народа. Угу, 23 штуки есть. Готово. Сейчас будет момент истины. Да-да-да. Да, конечно. Мы создали ужасное. Капрофон. Сейчас весь мир узрит и услышит исторгаемое им пение. Так, где мы его разместим? Так-так-так. А чё, пусть на столе прям стоит. Так. Готово. Как им говорят? Behold! Боже, это божественная музыка. Дальше можно заняться. Разыскиваются варки. Убейте Ролофа Кроко. Я думаю, это будет супер интересно. Нам в подгород надо идти. Блин, офигенно, наверное, тут жить. Hello. Без дневного света. Сложно представить место хуже. Так, ты уже где-то рядом. Маркер убрать надо. Пещера в смоляную яму. Ага. А, мы там уже бывали. Там были мафиозные разборки как раз в том месте. Так. Поставим броню.
А, не, я перепутал, это не то место. А, здесь мы шахтера слепо убивали, все, точно вспомнил. Неужели это он? Да-да-да, его прихвостни там же. Арбая пропал. Они с обычным мужиком дерутся? Кто здесь плохой, кто хороший? Да блин! Так легко! Я думал, там беседа какая-нибудь сначала будет эпическая. Вот он, поверженный. Великий злодей. Старый уже. А чё я не могу поднять? Так, чё у него хорошее есть? Интересно, ману восстанавливается на 9% быстрее. Это хорошая штука. Я думаю, для нас это будет даже интересней. Хотя оно дешевле стоит. Пусть лучше быстрее восстанавливается. Подозрительная персона. А его убить нельзя? Вот так вот. Я случайно не тех, кого надо, не убил. Штраф назначит. На этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, спасибо. До встречи.